Александр Твардовский. Рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. Он гвоздит, не выглянуть из башни, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я на танке поеду с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.